Акции «Мы вместе» исполнился год. За это время добровольцы по всей стране отреагировали примерно на 5 миллионов заявок. Волонтерские штабы были созданы во всех регионах. Наймали за 12 месяцев, отработали 3500 заявок. Всего в ряды добровольцев вступили более 16 тысяч северян. К ямальцам, которые в марте прошлого года первыми обратились за помощью, приезжают волонтеры с подарками. Одним из первых, кто обращался к нам в наш штаб, вот мы развозим такие как бы символические пакеты, продуктовые наборы. Вот, и как бы как в честь весны как поздравляем и в честь праздника вот, такого маленького. До 5 марта по всей стране пройдут массовые мероприятия, посвященные годовщине проекта «Мы вместе». В эти дни каждый ямалец может выразить благодарность волонтерам. Главной атрибутикой станет оранжевая нить – символ положительного влияния на здоровье. Если вы приняли решение поблагодарить волонтеров, повяжите ниточку на запястье или прикрепите ее на лацкан пиджака в виде сердца. Ямальские добровольцы и сегодня продолжают помогать. Напомним, заявки от нуждающихся помощи ямальцев принимают по телефону горячей линии 8 800 234 11.